Всем привет, продолжаю прохождение игры Europa Noir 5, продолжаю прохождение за Персию. И продолжаем прохождение. Точнее, пытаюсь пройти кактус за 65 ходов. Захватить мир. Так. Кстати, сюда вот наступление организую, наверное. Немножко по Риму ударить. Так, вот только катапульт надо уничтожить. Так, одна башня есть. Завершаем ход. Немножко у меня генералы восстановились, поэтому надо возобновить наступление. Ай, блин, вот говнюки. Смотри, как у них так получается, блин. То, что у меня хода не хватает, ну то, что то они вот синенькие над головой, то что, то есть видите, я не могу им ничего сделать сейчас. Как у них это получается, я не знаю. Завершаем ход. Причем у двух генералов сразу так сделали. Смотри, какой генерал-то, а. Ужас. Сколько по нему бью, никак не уничтожу. Катапульту долбаную. Давно надо было так сделать, эту башню уничтожить и все. Все. Юкатан захвачен. Совершаем ход. Все, наконец-то могу в эту эпоху перейти. Идем на Гавану. Я Робин Гуд уничтожили гады. И прям генерал такие мощные, вот никак их не уничтожишь.
Все отлично. Ну, правда, сейчас они будут пытаться Гавану отбить. Да, блин. Что там у них? А, ну это фигня. С этим должны справиться. Так, слушайте, не укрепить мне сейчас Афину, вот, Афины, точнее, вот. Чтобы еще один фронт открыть. Завершаем ход. Ну да, так и знал, что сейчас они пойдут сюда опять. На этот город. Потому что они накопили там, походу, большое количество отрядов. Да, блин, не могу выйти никакими отрядами. Придется стрелками отстреливаться. А, я же из башни мог столпать, да блин. Я облажался, конечно. Да, идут они отбивать Гавану, но я здесь уверен, что удержусь.
Включаем ход. Атаку я отбил. Ой, давай еще, конечно, минус 15% хп. Прям вовремя все просто происходит. Так, завершаем ход. Так, пытаемся взять Неаполь. Ой, тут тоже эти башни уже совершенственные. Ну, погнали, ладно. Будем надеяться, что удастся прорваться. Потому что чем меньше у Рима останется городов, тем нам же лучше. Конечно, тяжело будет через эти башни прорваться, но самое главное прорваться через них. Уже один отряд потерял. Еще есть одна башня хоть. Хоть одну башню. Разнесли. Башни долбаные.
окружает мой уже генеральский отряд. В том числе один, не считаю, уже даже один остался всего. Вот эти башни разрушать. У меня только в этом будет тогда преимущество. Все есть. Осталась у них одна башня всего. Давайте уничтожим этот отряд. Ну, чисто на генерале, конечно, вылез. Так, еще надо вот эту морскую битву выиграть. У них тут три генерала каких-то. Я не посмотрю, правда, каких. Офигня. Это у меня кто-то, у меня стрелки. Да, блин. Но все равно вот того генерала осталось хп очень мало. Все равно я с ним никуда не прошел далеко бы. Вот и все. Правда, потерял один отряд. Ну ладно. Завершаем ход. Опять они пошли на Вену. Вот трех генералов наняли. Три генерала, блин. Как они умудряются столько генералов нанимать? Или хватает денег? Сколько у них уже городов захватило? Денег все равно не хватает. Вот ссылочка какая, прям по пехоте нанес отряд и стал так, что я их башнями не могу подбить. Прям такая.
они докопались до этого города моего, а? Сколько уже пытаются они его взять. Уже кем только не пытаются, уже и генералами, и всеми. Ладно, у него же генерал, наверное, с третьей эпохи, поэтому сейчас не пробивает меня. А так бы уже давно могли бы пробить. Отбил атаку. А, еще одна атака морская. Ну, давайте. Кстати, надо в кабану отсюда вот армию придвинуть сюда.
Так, ну на этом, наверное, на сегодня все, что у нас там по городам. В общем, 67 городов под моим контролем, 33 у Рима. У Египта осталось 3 города только. Так, слушайте, знаете что, давайте, а то потом забуду, в следующей серии начну с конца хода. Сюда вот добавим отрядов. И из Неаполя я бы вот на Рим пошел. В следующей серии, конечно же, будет так. 47-й ход. Осталось, в общем, мне всего 18 до моей цели за 65 ходов. Поэтому интрига сохраняет. Успей или не успей, я все это дело пройти. Всем пока.